Всем здорово, ребят. Ну что, наконец-таки свершилось. Ну, опять же, свершилось на Тайване, и на английском сервере. Я дошел до следующего этапа все-таки. Я вчера помучился и прошел почти первый этап. Я сейчас вам покажу, докуда я дошел. Ну, а у нас сегодня интересная тема. На Тайване, как вы знаете, было проще всего за бездонатные самоцветы собрать огника. Эта акция накопления, она была стабильная, стандартная всегда. Вот, за трату самоцветов на протяжении там 3 дней в данном случае вы можете получить плюхи. И здесь можно было за 160 косамов, многие скажут, бля, это дофига. Ну, в реальности, если разобраться, некоторые ребята отсюда его собрали. Это покопить, ну, каждый месяц 30 косамов копить, то есть не ролить нифига. Но они красавчики, вот реально, ни на одном сервере такой акции нет и не было. На немке можно собрать по-другому, но я думаю, на немке скоро будут продавать, они уже падают. Сумки зефира, но посмотрите, что здесь. Без доната можно собрать, ребятушки, зефира. Вот так вот. Вот скажите, что на Тайване не кайфовый сервак. Да, многие скажут, блин, так это же до хрена надо времени. Но даже вот по 88, учитывая то, что вы, допустим, получали осколки с острова, у многих, я думаю, осколков 50-60 100% есть. Возможность дособирать его в этой акции очень велика. Да, надо будет какое-то время покопить, потратить. Я уже показывал, можно в день до 2000, если повезет, самоцветом получать. Но потом можно это все дело сделать и получить в итоге зефира. В общем, вот так вот, ребят, акция реально кайфовая. К сожалению, ее нету на других серваках. Она в единственном экземпляре. Такая трата самоцветов есть только на Тайване. Но это реально бездонатный зефир. На немке некоторые ребята, я вам показывал аккаунты, вытащили этого героя с роллинга за кристаллы героев. Но это очень надо, чтобы повезло. Но все-таки это было. А тут это все можно сделать, ну, скажем, не с таким везением, 100% шансом. Не знаю, сколько это продлится. У нас окник был целый год. Вот, наконец-то поменяли на зефира. Круто, я считаю, это реально круто. К сожалению, надо иметь хорошее терпение, потому что у меня, допустим, не получается это сделать. Накопить такое количество самоцветов, у многих тоже, но есть ребята, которые это делают, и это реально очень круто, что они сделали эту акцию. Даже 88к, это намного проще, докопить по 60 осколков можно и так сделать, то есть паролить под один раз, потом под вторую какую-то акцию. Ну, в общем, месяца 3-4, и его реально собрать, добить, там, не знаю, кому сколько не хватает. Но это, опять же, это Тайвань. Поехали на английский сервер, попробуем сегодня дальше пройти, помучиться. Я наконец-то дошел до сюда. Потратил я, всрал 1800 самоцветов, и у меня появилась Фрея. Вот моя пачка, ребят. И у нас, как видите, нету Мэри, она слилась. Пачка эта стоит все, скажем так, 3 минуты. Ну, не 3, здесь полторы у нас. Но опять же, посмотрите на жизнь Фрей вражеская. Это просто нереально. Вместе даже с землеройкой. Вот мы ее по чуть-чуть бьем. Посмотрите, вот самая верхняя там еле-еле видно. Посмотрите на ее ХП. Она не проседает. Это называется, они поменяли, оптимизировали. То есть чем больше будет еще сила, тем хуже, тем сложнее будет это все пройти. Вот так вот. Ну, обещание они свое не сдержали, я же говорю. Они сказали, что легче, но в итоге у большинства, ну, я не знаю, наверное, 99,9% людей стало сложнее проходить эту локацию.
Я вам показал вчера на сардельке, что у меня было. Ну, вот посмотрите. Это нереально. Поехали, откроем сундучок. Вот я хотел покопить сундуки, но теперь, походу, это не получится делать. Так. Только единственный вариант, я потратил все самые за кровь обновлять и ставить героев. Не факт, что мы дальше дойдем, сможем дойти. То есть это не факт. Заюзаем обычный. Ну, короче, без доната, я же говорю, тут ловить, ну, по сути, нехрен. Приходится ради одного героя, ради Мэри, потому что без нее я это пройти не смогу. Вот видите, насколько разница. 6 героев не могут убить одного. То есть, что они сделали? Хотите получить Мэри, задротствуйте, либо донатьте. По-другому варианта у вас нет. Если вы без доната, вы хрен пройдете, получите. Если вы донат, оно вам нахрен не надо. Ну, тут единственное, то, что другие есть итемы, которые можно получать. И, возможно, потом что-то поменяется в дальнейшем. Поэтому я решил покопить. Ну, хрен его знает. Ну, честно скажу, я вам показал, что с первой же локации у меня здесь уже появились герои, то есть зефиры, и все, с первого же прохождения нам было сложно. Вот я сейчас напал на эту пачку, не факт, что я ее солью. Вот смотрите, оккультист проседает. Я просто в шоке. У меня прокачки героев топовые здесь, и они проседают. А ответ был вообще супер. Сила пачки противника зависит от силы ваших героев. Я собрал одну Мэри, ой, Фрейю вчера показал вам прохождение, что у меня в итоге получилось. Мы даже первый этаж не прошли. Ну все, опять же, без Мэри тут не пройдешь. Все то же самое. Феникс, которого убить просто не могут. Это что за феникс такой? Ладно, там огник. Он по чуть-чуть уже проседает. Но посмотрите на этого. Огника убили, а феникса убить не могут. Там еще оккультист есть. Ну, наконец-то начали. Начали хоть немножко дамажить. Просто жесть какая-то. Такое ощущение, что они увеличили и уклонение. Смотрите, ворожея этого слили. Я в шоке. Просто жесть творится на локации. Ну вот опять зефир. Сейчас тут Ронин, наверное, будет, которого мы вообще не сможем слить. У меня такое чувство. Моих просто разгребают, как детей каких-то. Что за фигня? Привязка к силе, блин. Это смешно. Ронина слили опять. Опять мы остались с Фрейей, которую сложно убить. То есть Фрейю пройти только, ну, там многие ребята, я показывал уже. Землеройка плюс тыква, как вариант разгона. Либо же Мэри с хорошим дамагом. То есть вариант такой. Как убить Фрейю? Ну, тыкву вы ставите, вы кого-то, какого-то героя выбираете. Ну, у большинства ребят нету там Барда, например. То можно вместо него, конечно же, вместо него тыкву поставить. Сюда. Ну вот вам опять оптимизация, улучшение, я уже даже не знаю, как называть. Они говорят, что это нормально.
смотрите, Огника и Космо убрали. Просто жесть. О, нифига себе. Нифига себе у меня тут пачка. Я сейчас буду орать, если они опять кого-то сольют. Блять, это что, если они кого-то слили? Ну, блять, конечно же слили. Слили Мэри, ребят. Это просто жесть. Я угораю уже с этого. IGG, вы красавчики. Вы просто, блять, смотрите, как призрака просто ушатали. Его даже не было. На нем стоит огненка плюс ракушка. И он просто вот улетел за 2 секунды 2 раза. Просто жесть. Что тут творится? Да. Однако, ребята. Сколько там жизни, вообще непонятно. Посмотрите, ну вот это нормально. Я потратил полностью все свои попытки, то есть здесь сейчас ставка на что стоит? На то, что нам придется все равно, даже если у вас есть самоцветы, вы хотите быстрее собрать, хотите, не хотите, вам придется фармить. Ну все, дальше походу у нас неубиваемая пачка. Вам придется все равно фармить предыдущие этапы ради крови. То есть без этого никак. Ну все, я их даже, смотрите, они даже не проседают. Посмотрите на отхил внимательно, ребят. Свыше около миллиона вон лям проскакивает. Отхил 2 миллиона, блять, у всех. Да вы что, бахнули что ли? Вот как мне их проходить? Они сейчас полностью разгребут всю мою пачку. IGG, вы молодцы, короче. Все, что я вам хотел сказать, вы и так все знаете. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Мы первый этаж прошли, блядь, на топовом аккаунте с топовыми героями. Супер. Все, всем удачи, всем пока.